Сережа, что-то не так, а? Сереж. Мы все хотим быть счастливыми. Ольга, я хотел еще раз услышать ваш голос. Но те, кто особенно близок, отдаляются. Надя там одна. Я только съезжу, узнаю и через день обратно. Не надо мне помогать. Вообще никого не хочу видеть. Я тебя не просила, чтобы ты приезжал. Те, кто нам дорог, уходят из жизни. Сереж, что случилось, да? Меня беспокоит, что Сережа может надолго закончиться. Те, кого боимся потерять, попадают в беду. Доктор, я смогу встать? Прогнозы, дорогой мой, дело неблагодарное. Что это такое? Никогда не встану. Пожалуйста, не говори так, не смей так говорить. Приду. Так сказал доктор. А те, кого любим, нас не понимают. Ты нужна детям. А тебе что, не нужна? Нет. Но она борется за свое счастье. Для нее нет ничего невозможного. Вам отдыхать надо. Да я только и делаю, что отдыхаю. Да знаю я ваш отдых. Вы вместе с мужем болеете, иногда страшно за вас становится. Мария Порошина и Ярослав Бойко, в продолжении которого ждали «Всегда говори всегда 4». Смотрите на канале «Феникс Плюс Кино».